ребята, меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя. Тебя, дорогой мой друг, на моем канале, и сегодня я снимаю новое видео. 14 марта мне исполнилось 18 лет. Теперь я совершеннолетняя Карина Аракелян. Представляете, я сняла для вас очень много влогов, которые вы уже сможете посмотреть у меня на канале, и удобнее вам будет, я уверена, перейти по ссылке ниже в описании, если вы не смотрели эти видео, как я готовилась к ДРЭ, как мне дарили подарки, как я отпраздновала день рождения. Все это я для вас сняла, для меня это действительно был очень важный день. Мне подарили очень много подарков, я знаю, что вы любите распаковки, а если вы любите распаковки, то и видео о подарках, где я их распаковываю, снимаю свою реакцию и вообще показываю, что мне подарили, вам 100% понравится, поэтому давайте наберем под этим видео 100 тысяч лайков, и я покажу вам еще одно очень крутое видео, которое я сняла в честь своего 18-летия. Оно выйдет, если только этот видос наберет 100 тысяч лайков. Я хочу пожелать вам приятного просмотра, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, потому что там вы можете даже в актуальных посмотреть, как прошел мой день рождения и что не вошло во влог, а там очень много всего интересного, мои актуальные вообще это нечто, там, кстати, еще есть актуальные с моими ноготочками, посмотрите, какие ногти мне на этот раз сделали, это просто шок. Каждый гость, который пришел ко мне на день рождения, рассматривал мои ногти по несколько минут, и, если честно, я до сих пор не могу насмотреться, какие они крутые получились. Все у меня в инстаграме по ссылке ниже, и ник вы видите на своих экранах. А я не хочу медлить, потому что подарков очень много, я уверена, видео будет не короткое, поэтому желаю вам приятного просмотра, 100 тысяч лайков, все ссылки в описании. Мы можем начинать, поехали! Стоит начать, естественно, с подарков моих самых близких и родных для меня людей. Начну с подарка от моих родителей. Вот такой вот пакет. Я обожаю, когда дарят что-то, что я запомню на очень долгое время. От родителей я такого, конечно, не ожидала. Мне было очень-очень приятно. В общем, это полет на вертолете над Москвой. Я офигела. Я никогда как бы не летала на вертолетах, не прыгала с парашютом. Максимум мое развлечение — это куда-то полететь, там 4-3 часа в самолете посидеть. Дети, то для меня праздник. Я могу взять трех людей с собой. Соответственно, я сниму обязательно об этом видео, потому что возьму оператора и, наверное, Полинку со своим молодым человеком. Просто без лишних слов я была приятно удивлена. Еще они мне подарили кое-какой подарок, о котором я уже вам рассказала в своем инстаграме. Тут не могу показать, потому что я бы показывала этот подарок очень долгое время, и для него нужно вообще отдельный ролик снимать, поэтому как бы в моем инстаграме можете посмотреть, я уже выложила, что мне подарили родители помимо полета на вертолете. Естественно, я говорю своим родителям огромное спасибо, потому что это невероятные эмоции, я уверена, как бы полетать над Москвой у меня получится на все 100%. Подарок от сестры, давайте я вам его покажу, прикиньте, Полина мне подарила еще один приятный подарочек, небольшой, но я думаю, вы видели видео, где Полина снимала, как гоняет по всем магазинчикам, покупает мне и собирает огромный бокс, я выложила уже это видео на канал, вы можете тоже посмотреть по ссылочки ниже в описании, что подарила мне Полина и как она меня поздравила заранее. А так, она мне подарила офигенный крем для тела, вы бы просто знали, насколько круто он пахнет. Если я не ошибаюсь, эта марка произносится правильно, как Shiseido. Этот крем, он просто невероятный. Ребят, если честно, я была в шоке, когда ощутила, так сказать, этот аромат. Офигенный крем, обязательно попользуюсь и расскажу, как вообще он мне. Далее хочу показать вам подарок от своего молодого человека Руса, что подарил он мне. Огромное количество вопросов было и в инстаграме, и друзья, и родители мне задавали вопросы: Карин, что тебе подарил Рус? Естественно, во-первых, он подарил мне себя, он очень круто поздравил меня с днем рождения и сказал очень важные слова, выступил на дне рождения, ну и уже под конец, наверное, как уже закончилось само мероприятие, я оттягивала до последнего и посмотрела подарок. В общем, 100% он не прогадал, там два подарка. Один из них я вам сейчас продемонстрирую. Вот такая вот коробочка, которая лежала в еще одной коробке, соответственно, сразу я не поняла, что за бренд вообще, что за подарок, как вы видите, написано Off-White. Давайте проверим вашу интуицию, напишите ниже в комментариях, как вы думаете, что он мне подарил, что лежит в этой коробочке. А я пока от
открою и покажу вам. Итак, на счет три. Раз, два, три. Это сумка, которая капец как подходит под мой образ. И, если честно, я давно хотела купить себе сумку Off-White. У меня есть много брендовых сумок, но именно от Off-White я не покупала еще ни разу. Открывается сумочка вот таким вот образом. И внутри, соответственно, есть главная фишка сумки. Это вот такие вот болтающиеся брелочки, типа. У моей подружки, короче, было худи Off-White, и бабушка не специально, она думала, что как бы это нужно отрезать, так как худи новая, просто отрезала все вот эти этикетки, это как бы главная фишка. Ну и, соответственно, есть еще и ремешок к сумке, который я еще не распаковала, вот так вот он выглядит. Она очень круто выглядит, и вы не представляете, как я обрадовалась этому подарку. Я давно хотела такую сумку, она очень стильная, а Рус капец как шарит, я вам честно скажу, и он понимает вообще, какой у меня стиль в одежде, что я больше всего люблю, что мне нравится, поэтому я говорю ему огромное спасибо. Очень красивая сумка. Также не показать этого подарка я вам не могла. Хотя бы коробочку, но я вам продемонстрирую. Почему только коробочку сейчас скажу? Потому что в этой коробке лежит нижнее белье. Причем нижнее белье от Victoria's Secret. И оно, не представляете, какое красивое. Сейчас я вам просто лямки покажу, чтобы вы обратили внимание, да, как бы. Вот такая красота есть, да? Вот такая вот красота со всякими камушками, чтобы вы понимали. Леопардовое белье, которая сейчас на мне, немножечко вас проинформирую, так сказать. И очень много крутых комплектов лежало в этой коробке. И вы не представляете, как я обожаю красивое нижнее белье, в особенности от Victoria's Secret. И коробочка такая прям тематическая. Если хотите, я в Инстаграме вам покажу, как сидит на мне это нижнее белье. В общем, можете подписаться, опять же, по ссылочке ниже в Инстаграме. Также это еще не все. Видите вот эту красивую, яркую картину на заднем плане? Наша с Русом подписчица нарисовала вот эту картину, и чтобы вы понимали, она светится в темноте. Эту картину я обязательно повешу у себя над кроватью, и это как еще ночник к тому же, потому что она светится в темноте и очень стильно, круто выглядит. Поэтому, как бы, вот такая вот крутая картина, которую мне передал Рус. Тоже говорю огромное спасибо, мне было очень приятно. Так, давайте возьмем вот этот пакетик Пандора. Его, если не ошибаюсь, мне подарила Саша Айс и Софа Купер. Это я запомнила. Очень надеюсь, что я не ошиблась. Хотя нет, я не ошиблась, я помню. Вот такая вот красивая коробочка. Мы ее открываем, и там находится серебряная подвеска в виде кольца. Вы только посмотрите, как красиво она выглядит. Спасибо, Саша и Софа, вам за такой крутой подарок. Ну и следующий подарок мне подарил Антон Бо, который, кстати, находится прямо сейчас на мне. Это вот такая вот красивая белая футболка от Бальман. Не представляете, как она мне понравилась. Я буквально год назад покупала себе подобную футболку, черную, и вот тут вот были такие красивые камушки золотистые. Я прикрепляю фотографию в этой футболке. Она тоже очень крутая, но белые вещи я ношу не часто, потому что я боюсь их покупать сама. Антон, видимо, понял эту фишечку, так сказать, и решил мне подарить белую вещь. Спасибо ему за это большое. Она очень-очень круто выглядит, в особенности вот с этим ремнем. Я очень рада. Спасибо большое, Антон. Футболка просто невероятная. Показываю следующий подарок от моей подружки Полины. Пакетик Сваровски. Внутри достаем, открываем коробочку, и там тоже лежала вот такая вот подвеска, только она уже золотистая. Я ее достану, сейчас вам покажу. Вот так вот она круто выглядит. Я очень люблю недлинные подвески, то есть это уже ближе к чокеру. Она будет такая коротенькая и будет висеть примерно вот тут вот. Кстати, я бы могла надеть и этот подарок. Сейчас он бы очень подошел под образ, в котором я сейчас сижу. Именно поэтому я ее прямо сейчас и надену. Вот так эта подвеска сидит на мне. Очень понравилась, а мы приступаем к следующему подарку. Следующее, что мне попадается под руку, это вот такая вот коробочка от Louis Vuitton. И именно этот подарок мне подарила моя подруга Настя. Открываем, достаем и видим офигенный карт-холдер. И Настя, которая мне подарила этот карт-холдер, сразу
сразу же поняла, что не прогадала с подарком. Почему? Потому что мы с ней обсуждали, что я кошельки с собой не ношу, я обычно расплачиваюсь с помощью телефона, а вот карты мне нужно с собой носить. Возможно, какие-то скидочные, или сразу же подведу к следующему подарку. Вот тут вот имеется карта от Литуаль, которую мне подарил наш общий с Русом друг. Его зовут Ваня, и, например, эту карточку подарочную, с помощью которой я смогу купить себе, например, какую-нибудь палетку, я могу положить вот в этот карт-холдер. Настюша и Ваня, спасибо вам большое. Теперь посмотрим налево и возьмем следующий подарок, например, вот этот вот. К сожалению, я не знаю, кто именно этот подарок мне подарил, но я пересмотрю файлы с влога и обязательно скажу вам в Инстаграме. Поэтому открываем такой вот яркий пакет, внутри которого, во-первых, лежал мой самый любимый десерт, который я просто обожаю. Мне подарили вот такие вот конфетки. Это банан в шоколаде. Кстати, тут настоящий 100% шоколад. Вот такая вот вкуснятина. Я, блин, так рассказываю, мне же захотелось прямо сейчас съесть. Кому тоже, ставьте лайк под этим видео. Следующий подарочек, который лежал в этом пакете, это, я так понимаю... О, господи, выглядит как сладости. Я подумала, это зефирки сахарные. А это, оказывается, скраб для тела в кубиках. Прикиньте, если бы я сейчас захотела попробовать, не прочитав, что написано сверху. Скраб для тела. Сейчас мы его откроем, посмотрим вообще, как выглядит. Ну, я обязательно воспользуюсь этим скрабом для тела в кубиках. Еще в кубиках мне скраб не дарили. И расскажу, как мне. Понравилось, не понравилось, да 100% понравится. Такая красота. Еще и так съедобно пахнет. Достаем следующий приз. Это у нас соль для ванны, которая называется лаймовый поцелуй. Насыпь соль в горячую ванну, наслаждайся своей неотразимостью. Ну, это по моей теме, поэтому обязательно расскажу вам, как мне эта штучка. Дальше идет такая вот коробочка. Все так по цвету. Там, ребят, чисто посмотрите, какие цвета нежные, яркие, красивые прям подобрали. Тут лежали носочки, которые я просто обожаю носить дома. Посмотрите, я чисто всегда, когда дома, нанесла себе масочку, надела халатик, который я вам, кстати, тоже сейчас покажу, что мне подарили. Надеваю вот эти носочки и максимально по-домашнему комфортно себя чувствую. Поэтому они очень миленькие, крутые. И я их надену прямо сейчас поверх своих носков. Вот так вот берем. Оп, такая я буду модница. Надеваю. И сидим в носочках с кошечками. Такая вот красотень. Мне нравится. Последнее, что лежало в этом пакетике, это вот такой вот мисс для волос. Приступаем к следующему. Вот такой вот розовый худак. Я обожаю худи, обожаю одежду оверсайз. Вы это все прекрасно знаете. Я, разворачивая это худи, была под впечатлением от такого прикольного принта. Очень круто выглядит. Худаки — это просто моя любовь. Покажу вам подарок от моего дяди и его жены. Вот такой вот альбом, где написано Карина, дата моего рождения, 14 марта 2003 года, 3 килограмма 400 грамм, 52 сантиметра, в 9 утра 15 минут я родилась, и тут как бы все мои детские фотографии, чтобы вы понимали, с бабушкой, как я на качельке, в Турции отдыхаю, мы с Полькой в одинаковых платьишках. Семейные наши фотографии, где мы и с Полькой еще тоже малышки, но уже такие взрослые малышки. Наши путешествия, походы с семьей по ресторанам. Завершающие две фотографии. Карина Аракелян выросла. Это реально такие воспоминания. Я дорожу этим альбомом. Обязательно положу его в свою стопку коллекции детских фотографий. А у меня такая есть, обязательно сниму об этом отдельное видео. Даша и Виталия, спасибо вам большое. Этот подарочек мне подарила Лиза Мадрид. Вот такой вот набор от Герлен, внутри которого, я уже его открывала и не один раз, лежали красивейшие духи и крем для тела с запахом этих же духов, чтобы, так сказать, наверняка... Такой запах сада, огромного количества всяких цветений, и этот аромат такой очень романтичный и крутой. Поэтому, Лиза, спасибо тебе большое. Крем пахнет точно так же. Вот, закрываем, приступаем к следующему подарку. Уже повернусь направо, возьму что-нибудь отсюда. Если я не ошибаюсь, этот подарочек мне подарила моя подруга, блондинка Драйв. По-моему, она мне сказала, что это браслет, который ты надеваешь, он золотой, загадываешь желание,
желание, и оно обязательно сбудется. И после того, как сбудется это желание, по традиции, этот браслет нужно выкинуть. Поэтому я сомневаюсь, что это прям натуральное золото, конечно, я бы его не выкинула ни в коем случае. Тут как бы фишка в том, что все, ты типа загадал желание и ходишь с этим браслетиком, да, то есть как бы его нужно прям как-то потрудиться надеть, и фиг ты его снимешь, короче, со своей руки, пока твое желание не сбудется. А как оно сбудется, я думаю, уверив в мистику и во все, что с этим связано, браслет должен сам отпасть, как желание сбудется, так что. Поэтому спасибо большое тебе, Ангелина, мне было очень приятно. Вот этот подарочек я вам, ребят, показывать не буду, почему? Потому что тут находятся всякие штучки-дрючки 18+. Раньше, когда я говорила 18+, мне все писали, ну тебе-то самой нет 18, а сейчас вы мне уже ничего не скажете, так-то 18 вообще-то 2 дня назад мне исполнилось. Не знаю, когда вы смотрите это видео, но было очень много подарков, наверное, пакетов 5, я не стала в этот ролик, так сказать, вмещать и показывать вам не смогу, потому что, ну, мне просто-напросто заблокирует это видео, и это я тоже показать не смогу, но там очень много всяких крутых, прикольных штучек, да, так что, может быть, в своем инстаграме я вам и покажу, поэтому подписывайтесь. Дальше вот такой вот бархатный пакетик, тоже не было подписано, от кого этот подарок, но там лежало много приятной косметики, а косметику я просто обожаю, вы это и так прекрасно знаете. Первое, что мне попадается под руку, это как такая специальная губка для того, чтобы, я так понимаю, мыть руки. Да, мыть руки или мыть руки, да. Но также эту штучку можно использовать как мочалку, но я думаю, на все тело, если эту губку использовать, то хватит ее, наверное, раза на 3-2. Дальше идет вот такой вот крем. Он, я так понимаю, увлажняющий. Давайте откроем, посмотрим, как он выглядит. Вот такой вот. Приятно пахнет, потому что как бы я уже не один раз открывала. Такой приятный нежный аромат. Как будто бы ромашками отдает. Люблю такие запахи. Следующее, что лежало в этом пакетике, это у нас палитра для бровей. Вот такие вот цвета, как раз таки мои. Еще тут лежала палетка теней. Без них точно никак. Вот такие вот красивые нюдовые оттенки. Есть еще и шиммерные. Как раз таки те цвета, которые я просто обожаю. Следующее, это нежно-розовая подсвечивающая пудра для лица. С такой вот красивенькой кисточкой. Жидкий хайлайтер, да, тут как бы и пудра, и хайлайтер, так что, жидкий хайлайтер, моя фотография, которую я выкладывала прямо в день своего рождения, и тут написано, будь самый счастливый. Было бы круто, если бы тут было подписано, конечно, от кого этот подарок, но, к сожалению, этого не сделали. Поэтому я складываю все, и мы приступаем к следующему подарку, но так или иначе, огромное спасибо. Я рада каждому подарку, в особенности, если это косметоз, 100% однозначно. Косметоза мне еще очень много подарили, поэтому не будем медлить, приступаем и идем дальше. Подарок, который мне подарил Илюша Белов, сразу возьму вот эту коробку. Как вы думаете вообще, ребят, что это такое? Я видела эти подсвечивающие панельки еще в магазине Restore, где продают Apple технику. Короче, эти панельки, как вы видите на картинках, вешаются на стену, подключаются по Bluetooth, и они мигают разными цветами под ритм музыки, которую вы включаете, и она играет тоже из этих панелек. То есть это и как колонка, и как неоновые подсветки, которые играют под ритм, и как очень крутой декор вашей комнаты. В своем инстаграме обязательно покажу, как я эту красоту настроила и как у меня круто долбит музыка, то, что можно устраивать офигенские вечеринки. Также подарочек от Ильи, это не только вот такие световые панельки, которые, кстати, просто изумительные, я очень обрадовалась этому подарку, но еще и подарочек, который был от Жак Мью. Брелок! Внимание, брелок в виде сумки от Жак Мью. Посмотрите, как круто выглядит эта сумочка. Это просто что-то с чем-то. Илюш, я тебя прям очень крепко обнимаю и ценю. Спасибо тебе за то, что ты есть. Невероятный подарок. Следующий подарочек лежал в пакете ЦУМ, и он был достаточно тяжелый, я вам скажу. То есть прям, ну, 2 кг точно тут есть. Первое, что мне попадается под руку, это духи от Бёрбери. Эти духи мне очень-очень понравились. Духов у меня и так очень много, потому что я люблю
каждый день пахнуть так, какое у меня настроение. Это настроение я бы отнесла к каким-то таким переменам, чему-то необычному, и надухарилась бы на съемки такими духами, потому что они бы 100% подняли мне настроение с 99% до 100. Вот, поэтому прекрасный подарок. Следующее — это крема для рук от L'Occitane. Дальше у нас идет масочка тканевая от Sephora. Масочка, да, для волос с алоэ. Палетка от Huda Beauty. На самой обложке этой палетки написано, что она нюдовая. Посмотрите, пожалуйста, на эти оттенки. Как круто они выглядят, сколько тут много шиммерных цветов. А я шиммерные оттенки просто обожаю. Дальше мое любимое масло для душа, увлажняющее с запахом миндаля. Ты просто берешь во время того, как находишься в душе, наносишь это маслице, оно очень круто мылится, и у тебя тело на протяжении суток очень приятно пахнет. Просто нереально. У меня уже было такое масло, оно закончилось, поэтому я рада возвращению этого продукта домой. Ну и спрейчик от Victoria's Secret. Точнее, не спрейчик, а мист. Мисты я просто обожаю, в особенности от Виктории. Их можно использовать и как духи, и после душа, поэтому спасибо большое. Подарок просто невероятный. Есть все для того, чтобы собраться в прекрасном настроении на какие-нибудь съемки нового ролика мне на канал. Чудесно. Следующий подарок от Шанель мне подарила моя подружка Маша. Я обожаю духи Шанель, но именно этих у меня не было, поэтому я была счастлива. Духами меня, конечно, на день рождения задарили, это очень круто, потому что, как я уже вам говорила, духи я обожаю. Вот так вот они выглядят, максимальный объем. Я буду вся пахнуть сегодня духами. Пахнет розочками конкретно. 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 Каждый аромат я наношу в зависимости от моего настроения. Этот я бы нанесла и пшикнула на себя, поехав к подружке. Поэтому, Машенька, спасибо тебе большое. Большой пакетик, который у нас вот-вот упадет, его нужно срочно вам показать. Как бы это подарок от Андрея Петрова. Там находятся его фирменные бокалы. Поэтому открываем. Я сейчас достану один бокальчик и покажу вам, как круто он выглядит. Чисто этот бокал под длинные ногти, чтобы сделать какую-нибудь крутую фотографию. Как мне сказали родители, эти бокалы я обязательно должна куда-нибудь поставить в своей новой квартире. Я планирую переезжать, но не знаю, когда конкретно, поэтому эти бокальчики будут ждать мою новую квартиру. Я хочу, чтобы они были именно там. Поэтому, Андрюшечка, спасибо тебе большое за такие прелестные бокалы. Ну и подарок, дорогие мои, от моего друга Степы. Чтобы вы понимали, это офигенная сумка Calvin Klein, моего любимого цвета, кремового. Очень красивая сумочка, мне безумно понравилась, поэтому, Степа, большое тебе спасибо. Прям еще такой принт с подписями, как я люблю. Подарочек отдельно, который был, по-моему, в каком-то беленьком пакетике, это палетка от Kat Von D. Таких цветов, так сказать, светлых, если я хочу, чтобы у меня не жирнились, так сказать, веки, но при этом не хочу делать какой-то супер яркий макияж, я беру вот эту палетку. Супер. Подарочек из Sephora, который мы сейчас вместе с вами посмотрим. Да-да, опять косметика. И, по-моему, кстати, эта беленькая палетка, которую я вам только что показала, была вот в этом подарке. Скорее всего, да. Но я забыла положить в пакетик. Это да, да-да-да, 100%. Это у нас набор тоже от Kat Von D, где была подводка для стрелок в виде маркера. И тушь, которая очень хорошо удлиняет ресницы. Также тут лежал, я так понимаю, скраб кофейный. Да, для тела. Очень красивая упаковочка. И еще палетка теней от Fenty Beauty. Сейчас покажу вам оттенки. Это если я хочу быть такой прям девочкой-девочкой, сделать себе нежный, аккуратненький макияж, то можно использовать вот такие цвета. Опять же, подарок был не подписан, поэтому я жду сообщения, от кого был этот подарочек. Спасибо большое. Дальше еще один подарок от моего друга, через которого я постоянно заказываю себе брендовые вещи. Он мне подарил тоже такой очень яркий-яркий аромат. Такой прям аромат, что любой человек не пройдет мимо и обратит внимание. Очень приятный запах, просто офигенный. Спасибо большое. А мы продолжаем. Подарочек от Louis Vuitton, который мне подарила моя подруга Амелия. И он мне капец как понравился. Я его тоже прямо сейчас надену себе на ручку. Как вы думаете, что там может лежать в таком маленьком-маленьком пыльничке? Как вы думаете? Золотой браслет от LV. Внимание, с буковкой К. Да, ребят, я была права на все 100%.
этот браслет вместе с моим гвоздиком на руке просто идеально смотрится. Я подсняла близко для вас, чтобы вы просто полюбовались, насколько круто это выглядит, как офигенно это дело сочетается, в особенности, опять же, с этим луком, поэтому, Амелия, спасибо тебе большое за такой браслет, ты лучшая. Собственно говоря, лучший друг Ильи Белова и наш общий друг Муслим подарил мне вот такой вот прожектор, который, так сказать, транслирует прямо на стену или на потолок тебе в комнату космос. Прикиньте, у меня просто вся комната чисто в неоне, во всяких переключалках, все у меня вечно подсвечивается, еще если космос когда-нибудь там вечерочком, например, включить, это просто с ума сойти можно. Это просто что-то с чем-то. А мы с вами продолжаем подарочек от бренда Vivienne Sabo. Мне пришел буквально, ну вот, часа два назад, они меня поздравили в сообщениях в их инстаграме с днем рождения и подарили огромную коробку косметики. Как же я обожаю такие подарки. О, господи, девочки, это отдельный ролик нужно снимать. Я говорю, косметоса у меня теперь просто с ума сойти можно. Хайлайтеры, карандаши для губ, тональный крем, BB-крем, пудры, палетка теней, нюдовая, не только нюдовая, розовенький нежный блеск для губ, патчи для глаз, огромное количество карандашей, подводок, тушь, карандаш для бровей, подложка под тени, еще одна тушь, база для век под макияж, помада, гель для бровей фиксирующий, еще карандашик и подводка для стрелок, пудра, жидкие розовые тени и блеск для губ. Ну это просто что-то с чем-то, девочки, ну не рай ли это? Следующий подарок мне подарила моя знакомая Лина, по совместительству моя коллега и принцесса с идеальной талией, поэтому она мне подарила книгу по интуитивному питанию, также она мне подарила низкокалорийные вкусняшки, протеиновые, если я не ошибаюсь, это тоже был от нее подарок, такая вот карточка, чтобы я сходила на страшный квест «Прятки в темноте», вот такая вот карточка прекрасная, я боюсь страшные квесты, в особенности, прикиньте, если я пойду на этот квест, блин, со своими длиннющими ногтями мне там все поломают, ну а я обязательно схожу на квест, спасибо тебе большое, Лина, очень крутой подарок. Пакетика у нас остается немного, подарочек от Владоса Мироса, моего любимого, я была просто в восторге, это да, опять духи Tom Ford, но они на такой масляной основе, они шиммерные, и я когда увидела этот флакон, я просто была в шоке, во-первых, такая золотистая коробочка, я уже вчера духарилась этими духами, просто капец как, вы посмотрите, как круто они выглядят, они шиммерные, они с блестками, то есть если вы наносите эти духи, пшикаетесь, так сказать, то лучше не делайте это на одежду, потому что останется пятно, и делать это лучше где-нибудь на шее, на запястье, да, и при этом вы будете блистать, приятно пахнуть. Влад, ты самый лучший, и спасибо тебе большое, это просто красота. Подарочек, дорогие мои, от моей лучшей подруги, ой, ё-моё. Чтобы вы понимали, это свидетельство о заключении дружбы, только уже в нормальном, так сказать, формате. Также Арина мне подарила соляной камень, очень круто светится, была еще запасная лампочка в комплекте, естественно, этот камень соленый, его можно облизывать, если соли захотелось вдруг, да, или чуть-чуть подрезать там, я не знаю, ножиком добавить в блюдо, я шучу, если что, как бы очень круто выглядит, как ночник, тоже крутой подарок. Еще планер, так как у меня всегда очень много дел, в заметке мне записывать что-то лень, да и в принципе записывать в планер мне тоже что-то лень, поэтому, если что, важные планы я буду печатать на принтере и приклеивать вот сюда. Ну, как бы это я вам уже могу показать, тут, в принципе, ничего особо такого нет, ну, как бы, еще было очень много всяких приятных сладостей в форме всяких прикольных штук, вот, ну и вот такая вот прикольная плетка, понимаете, как хотите, но я буду ее использовать, а вот как узнаете в моем инстаграме. Так, у нас осталось два подарка. Один из них, я как раз таки забыла вам показать, помните, мы с вами говорили о халате. Как раз таки подарки от Victoria's Secret я обожаю. Если надеть нижнее белье, что мне подарил Рус. Еще и вот этот супер мягкий черный халат, который просто, ну вы не представляете, насколько он мягкий. У меня как раз таки халата нет. Также плед лишний раз использовать не нужно, потому что это и так тебе, так сказать, заменит плед. Очень красивый халат, такой теплый-притеплый. Это подарок, кстати, от Насти Григорьевой, которая первая пришла ко мне в гости, и мы вместе поехали на день рождения. И еще крем для тела с блестками, тоже от Виктории, Body Mist, шиммерный. Я обожаю все, что связано с шиммером, я думаю, вы уже поняли. Ну и
предпоследний подарок, который я вам покажу, он был от музыки первого. Я его еще не распаковывала. Я принимала участие в таком конкурсе, когда они у меня брали интервью, где я должна угадывать артистов по мелодии. Там музыка задом наперед, несколько раундов, и они мне подарили какое-то произведение. Любимое произведение ведущего. Снимаем. Это у нас произведение Шантарам, тут две книжки, два тома, если не ошибаюсь. Я это произведение не читала, скажу честно, поэтому самое время начать читать. Буду рассказывать о своих впечатлениях у себя в сторис, поэтому обязательно подписывайтесь на Инстаграм. И книжка, причем так очень ярко и сказочно выглядит, очень круто. Спасибо большое, музыка первого. И последний подарочек, который был от Матвея. Я думаю, он известен вами как пранкер. Подарил мне очки от Versace, они не солнцезащитные, но туда можно, в принципе, ставить стеклышки солнцезащитные. И они, в принципе, не для зрения. Просто обычные прозрачные стеклышки можно, в принципе, вставить и те, что для зрения. Матвей, спасибо тебе большое. Офигенные очки, я буду их обязательно носить. Нужно было вообще ролик прям сидеть в нем снимать. Тоже все подарочки на себя надела. Носочки, браслетик, подвеску. В общем, ребята, я самый счастливый человек на всем белом свете. Я уверена, что вы уже поняли, что мое 18-летие прошло просто на ура. Во-первых, потому что присутствовали те люди, поздравления, присутствие которых для меня очень важно. Я рада каждому человеку, кто пришел ко мне на день рождения, и говорю отдельное спасибо всем, кто подарил мне подарки, всем, кто говорил для меня очень важные слова, всем, кто смотрит сейчас это видео, и всем, кто поздравил меня с днем рождения, с моим 18-летием. Ребят, спасибо вам большое, что досмотрели это видео до самого конца. Это был ролик о моих подарках. Кстати, чтобы вы понимали, еще, естественно, главные подарки-то это цветы. Сколько их тут, вот этот огромный букет, кстати, мне подарил мой молодой человек Рустам, чтобы вы понимали, и картину, и нижнее белье, и сумку, и цветы, и еще кое-что было, что я вам, к сожалению, показать не могу. Так что букет из 101 розы, это нечто просто. Букетики, которые мне подарили друзья, букет, который стоит на зеркале от родителей, авторский. Мои друзья просто порадовали меня огромным количеством цветов, и чтобы вы понимали, это, наверное, только 1/4 часть из букетов, что я смогла уместить на задний план, а их очень много, букетов было просто огромное количество, поэтому я по сей день нахожусь в такой прям эйфории. Мне очень приятно, я обожаю цветы, обожаю розы, обожаю букеты, обожаю все, что связано вообще с 18-летием теперь, потому что все это прошло на ура. Спасибо вам большое, ребята, что досмотрели это видео до самого конца. Напоминаю вам про 100 тысяч лайков. Как только мы набираем это число под роликом, я выложу видео, которое выйдет только на 100 тысяч лайков, и оно связано тоже с моим 18-летием. Ну а с вами была Карина Аракелян, всем до скорых встреч, пока-пока!